Да, что это такое? Ну, мы же 32 уже вроде прошли, надо 33 начинать. Я не помню, мы его начали или нет. Ага, 33-й, онкор. Да, ну мы можем, мы давно, кстати, не читали, я сегодня подумал, не читали вот эту, вот наш альтернативный учебник. Желтый. Желтый, ну вот, он не какой, он бесцветный. А вы не могли бы мне скинуть, потому что я так и не нашла ссылочку на тот учебник? Ссылочку Или он не через интернет? через интернет, да, ну, сейчас, ну, смотрите, На тот вот учебник, вот этот учебник. альтернативный нож. Вот это же, правильно? Мы об одном и том же говорим. Да, вот это. Да, тут по ссылочке сейчас, да, она у нас даже висит. Я позаходила по всем и не нашла. Наверное, у меня что-то проблема какая-то с поиском информации. В закрепе там я заходила, там много ссылочек. Вот. Без нашего чата. А, это вот это Эшукхе. Ну да, что-то такое. А какой уровень? А1 или А0? Это у нас А1, кажется. А1? А, вот написано. А1, БУК-1. А1-1. Да, ну что, читаем это? Да, отлично. Ну что ж, мы как бы гоним-гоним. Я все никак, ну точнее, я начал уже делать упражнения на повторение, но пока что там типа совсем мало. Вот, и получается, что мы просто гоним вперед. У меня сегодня было 7 уроков. О. Я вообще, причем подряд. Я А это что, вообще это... восьмой? Ну, 7 уроков, потом закончилась работа, потом забор ребенка из садика, потом то все, и как А. бы вот сейчас Перерыв. вечерний урок. Да, то есть 8-й не подряд, но 7 подряд. Я даже не помню, было ли у меня когда-нибудь такое. Классно. Так это здорово, что у вас такой рукав. Нет, Ну, это нет. уроки не тибетского и не Ну, наших по учеников. работе вашей, я так понимаю, английский, Да, что-то еще. Ну, да. английский. Вот. Ну, да. Так, хорошо. Значит, смотрим, чего здесь у нас. Ага, здесь у нас просто там, причем в самом своем стандартном употреблении. То есть минцик, там минцик. Существительное и существительное. Подождите. На А можно еще лапутом раз? пумонии. Минцегерим. А что вы читали? Я даже не поняла вообще. Вот это датер, это грамматика. Датер, минцик, существительное там минцик. То есть, например, папа плюс мама. Ну, и мама. Цикжуб. Это предложение. Ну, как пример предложения, я так понимаю. Нала, путам, пумоние. То есть, все, в принципе, понятно. Теперь у нас вот такое упражнение. Значит, я, опять же, первый. Надо, ну, да, что тут надо сделать? Давайте прочитаем. Минцик, горим. Мигью, датер, джонгдар. Чего? Шамги, цик, джуб, нам. Тюнджор, чене. Кяр, дэ, че. Короче, ниже следующее предложение. Как бы соединить, объединить, и сделав это, повторить.
Ну, типа, прочитать их. Вот я Классно, вы уже все понимаете. объединяю. Ну, это еще когда было. Ну, я просто как бы смотрел эти все выражения. Палатан амалакни депоре. А, депоре п. Значит, папа и мама в порядке. Палатан амалакни депоре п. Прошу. Пола, мола, нанла, дуге. Там. Пола, танг, мола, нанла, дуге. Дедушка и бабушка дома. Керанги чо-чо там. Ача. Ача. Кабарьоре. Керанги чо-чо там. Ача кабарьоре. Причем Чочо так пишется здесь. У нас было по-другому в учебнике. Так, твои брат и сестра старшие, по-видимому. Где они? Я, да? Керанги ачала путан пумо йорепе. Твои... Получается, у твоей старшей сестры сын и дочь есть? Хорошо, ни нам ни чонкер там чонсеп ни калайере. Ни нам ни чонкер там чонсеп ни калайере. Значит, моя семья живет и в городе. У меня есть родственники и в городе, и в деревне. Или как члены семьи. Подождите, а как там ни кала Да. юре? А что такое кала юре? Ника, А, Ника. Ника Оба. Лагере. Да. Никола юре. А получается Хорошо. в селе и... Ага, окей. Ни сопо, сопо, ни сопо, ни сопо там. А что Нет, такое... это номер упражнения типа. А, окей, сокпо там. А что такое сокпо? Ну, сейчас мы... А, не помните совсем? Сейчас, подождите, 5 сек, 5 сек. Сейчас найду. Чонкер, чонсеп, пла. А, это что-то игра какая-то? Давайте другое А, хорошо. Ни посмотрим. паюла як там, ни паюла як там, лук мампо, не, лук это овцы, да? Да, я думаю, да. Да? Як там лук мампо юре? Значит, на моей родине Який много яковый овец есть. Хорошо. А я тут говорю сопо танк лататан пе я поюре. Это страна, да? Сопотом тела цатам пи я поюре. Да, но вообще-то по нашим материалам сою. А сопо это именно монгол, как человек. Монголия, точно. Ну, судя по Монголия. всему, имеется в виду Монголия. В Монголии и в Тибете отличные пастбища. Сатан это пастбище, да? Хорошо. Киранги паю лата тан татан пачу юрепе. Значит, на твоей родине лошади и коровы есть? А два раза надо читать или один раз? Там что-то про два. Ну,
Ну, я не знаю, наша задача-то в чем? Чтобы четко прозвучало. Ну, то есть практика можно, можно и два, наверное. Да не, спасибо, не хочу. Тронкер нанла моча тан канкор манпойоре. Тронкер нанла моча тан канкор манпойоре. В городе много машин и велосипедов. Значит, Чунг Сепла, Шотан, Ома Такпар Яры. Значит, в селе, что это йогурт, по-моему, йогурт и молоко постоянно есть. Ну, это какие-то типа кисломолочка, что-то такое, шо. Какая-то простоквашина. Так, хорошо. Дальше мы вставляем слова «Шам сел цик джук нам ги партон каканг». Значит, ниже следующее предложение. В них существующие пробелы, pardon, каканг, нужно заполнить такими словами шими, кёга, нанми, чопо и пу. Значит, А что такое кёга? кёга, скоро узнаем. Так, Чаши Тан, Тензин, Ни, Чопоре. Класс. На. Все, можно дальше читать? Чаши Тан, Тензин, Ни, Чопоре. Нацо цангмала. Ага. У всех нас. Ага, все, я поняла. Пюнчи это ж родственники, есть родственники, кто-то и родственники. Наверное, нанми тан пюнчи. Хотя разница какая между нанми и пюнчи? Члены семьи и А я думаю, родственники. что семья это именно семья, а родственники это типа следующее. Ага. Нацо цангмала, нанмитан, пюнче яре. Хорошо. Ней ким це кёга тан кемен ни пе я поду. Ней ким це кёга тан кемен ни пе я поду. Значит, мои соседи прекрасная муж и жена. А, Кёга это муж? А Кьемен это низшее Ну, рождение? ну да. Нам тибетец говорил, что Кёга. они так не любят женщины тибета, что когда там другое название, что они не пользуются этим Кьемен. Ну, у меня несколько слов записано там. Пюме и Да, Пюме. кемен это Кме? Да, Пюме они используют. Ну хорошо. Да, причем у Кемен, у Кье прям то ли три варианта написания было, то ли такое. Значит, и Кемен это может быть и жена, и женщина. И Кьога, по-моему, точно так же, и муж, и мужчина. Так, хорошо, давайте дальше. А соседи, получается, кимце. Кимце. Окей. Кунги. Кунги путан, пумони, лопчала, джои йоре. Твой сын и дочь, оба твои сын и дочь И в его. школу ходят. Да, его. О, его, да. Почему это высказала? Керан перепутала. Сори.
Так, нацей нанла шими чик танхиние. Нацей нанла шими чик танхиние. У нас дома есть одна кошка и две собаки. Хорошо, следующие слова. Ола, кла, шункер, каюла, так. А вот это так, как оно переводится? А как переводится там? Типа, ну так постоянный, по-моему, по-другому пишется. Да. А это так, другой какой-то. Другой. Это знак? Носатый. Знак так, нет? Нет. То пао рата та та. Все, на этом будет. Каса. Что-то такое, по-моему. А это у нас тигр. Я помню так. Тигр, си, леопард. Так, это тигр, окей, так. Так, значит, что я потала там Юмбулаган ни. Я не знаю такой страны. Юмбулаган ни. Юмбулаган. Ну, это Юмбулакан, да. Хорошо, Это ни. название. Ну, я поняла название страны. Патала Юмбулаган ни. Какой-то дворец старинный. Или этот замок старинный. Ага. Самый старый замок в Тибете, кажется. Значит, Пёла Йоре. Значит, вот эти оба Патала и какой-то этот замок Юмбула, они в Тибете есть. Так, Михайла Ритан Шинна Пенинджи Бойоре. Михайла Ритан Шинна Пенинджи Бойоре. Значит, у меня на родине есть очень красивые горы и леса. А лес здесь Шина? Хорошо. Хиранги Паюла. Ага, так, там, сик, Йорепе. Значит, на твоей родине тигры и гепарды? Кто там еще Ну, побил? леопарды. Леопарды. Короче, барс. Наверное, барс мы бы сказали, поскольку это вот эти Мохнатые. азиатские горные страны. Там, наверное, снежный барс. Хорошо. Керанги полак там молак ни лупа кабарьоре. В какой долине или стране живут твои дедушка и бабушка? Керанги полата молат ни лумпа каварьоре. Так, дальше. Тиран чонкер тан чонсе кагила гапуйо. Значит, какие тебе нравятся города и села? Которые? А, может, это каги, который? То есть, типа, нравится село или город? Да, что тебе нравится больше, село или город? Да. Так, хорошо. Теперь у нас диалог Путан Ама. Ну, я предлагаю натуральный способ разделиться. Шамсел Лемел Ди Гелопники Ремечене Лога. Значит, Шамсел Лемел. Ниже следующий диалог. Ди это Гелоп. Что такое Гелоп? Лоб обучения какое-то. Ге, учитель. Геген, нет? Учитель и ученик. А. Гелопни. Ги.
Рено Чене по очереди. Лого. Читать нужно. А, это... Нанми Танг Пайл. Уэ. Уэ. Мие бе. Люди есть? Ау, кто дома? Так, Ау. ама. Йо, есть. Керансин, ты кто? На тендерин амала шубдуге. Значит, я донден. Амала дома? Ну, есть? А шук это остаться, дуге. А какое здесь Ну, ремесло? шук это пребывать. Шук дуг, это значит, что она была здесь и до сих пор здесь. Это типа перфект. То есть мама прибывает дома. Так, на моим. Я мама. Как в анекдоте. Мама, это я. Буранг де Пимпе. Буранг де Пимпе. Буранг, что такое буранг? Это Новое что-то. пу ран де Буранг. буинпе. Ну Пу хорошо, де Пимпе. ран де буинпе. А ну еще раз покажите, что вы показывали. Пу ран де буинпе. Сын твой? Ну, Нет. мальчик, ты-то в порядке? А, ты в порядке? Сам-то как? А, сынок, как ты как? На дебуин. Амала. Керанг дебуин бе. Ну, все понятно. Ама де поин. Это она о себе в третьем лице говорит? Мама в порядке. Наркоманская мама из анекдота. Мама в порядке. Ласо, амала, палак депо и депоребе. Хорошо, мама, папа в порядке? Пала депо депоре ина ян танда нанла сукме. Папа в порядке, но сегодня он не дома. Сейчас он не дома. Да, сейчас. Ой, сейчас. Пала кабачинсон. Куда папа пошел? Так, дальше. О, боже. Пала акуи нанла. Акуи дядя какой-то хреново. Нанла чинсон. Токцам джела лепгире. Значит, папа... Папа пошел к дяде домой. Токцам, блин, такое знакомое. Тети. Чуть-чуть, что ли? Джела это что-то следующее. Лэп это прибывает. После чуть-чуть лэп. А, То придет есть позже. скоро. Ага, Да. скоро придет. Спустя недолгое время. Токцам, знает. А, точно, токцам, это ж чуток. Они пала ла на депо речь лава. Тогда папе, скажи-ка, депо речь. Депо реша. Не. Ну, наверное, да. Просто тут по-другому пишется ща. Да, скажи-ка папе, что у меня все в порядке. Хорошо. Жесть. Окей.
Что-то я забыла эту букву. Это А просто, да? Я. А, я. Я-япу. Да-да, сынок. Не лапьюма. Типа, я скажу. О. Як чон ама? Ачак там. Чула. Хонсо кабарчинсон. О, я в чем? Хорошо, мам. О, это хорошо, нельзя так сказать. Не знаю, я в Было бы чем, а прекрасно. Что ты? ну что-то похожее, типа хорошо, да? Хорошо оказалось, мам. Что такое? Ачак там чулак понцо кабарчинцом. Значит, сестра и брат, куда пошли? Коцо цан мале, а коцо цан мале кала чинсон. Они цанма лекала, лекала на работу. Все. Они все пошли на работу. Один ты шляешься. А, танда нанла начик по ин. Сейчас дома я одна. Ну да, вот странно, что По. на чикпоин, типа я есть одна, а не я В типа наличии присутствую одна. дома, да? Она одинокая дома сейчас. Ну да. А почему чик-по? Ну, чикпа это одно и то же, да? Какое-то еще выражение типа чикпу это типа сам или что-то такое, типа сам сделал. А чикпо это в одиночестве, типа один. Ну, сам в этом смысле. Ну, там, не знаю, наверное, для разных ситуации разное слово. Но они все говорят чикпаре, то есть одно и то же. Ласо. Та не кавар шагиенда. Не кавар шагиенда. А, хорошо, тогда я позвоню по телефону. Я пу ани дела капар тунг шога я пу ани дела капар тунг шога. Хорошо, хорошо, сынок, но позже типа позвонишь позже. Отшок вот этот Да, шок. потом звони. Но это ж этот частица повелительного наклонения. Одна из этой кучи. А том это от там, ну, в смысле, там, то, что у нас в мануале там, то вот Да, это том, прошедшее время там, а повелительное наклонение том. Вот, просто у нас, ну, типа, в мануале все как бы проще. Ласо, ама шуга. Наверное, ну бывай, мама, что такое. Это типа Типа, калеша-калешу. ну Пока сиди, мама. счастливо оставаться. Наверное. Так, хорошо, что тут дальше? Мола, керан, дженгиду. Бабушка, по тебе скучаю. То есть буквально я тебя вспоминаю. Джен это вспоминать? Чен, да. Ченпа. Вспоминание. Помните, в медитации. Не помню. Ну, это функция медитации, ченпа. То есть нужно сохранять, удерживать объект. Это нам, у нас там есть ченпа и щешин. Ченпа Это это то, что, наблюдатель, это я запомнила. да,
Это дженпа, это то, что нам помогает удерживать объект, а шешен, когда появляются проблемы, помогает нам, ну, типа, Не звонить вовлекаться. звоночек. Видите, как я хорошо теорию знаю, если бы еще практика была. Спасибо, что вы мне напомнили. Мне как раз сейчас стрен по проблема. Да, знакомо. Хорошо. Так. Здесь, кстати, я проверял недавно. Кто-то у меня спрашивал, наверное, Тарас у меня спрашивал, ну, в смысле, консультировался со мной насчет там каких-то тибетских надписей, и получается, что там были отдельные слова. И я решил перепроверить, ну, как бы в очередной раз перепроверить что-то, уточнить, как ставят, если отдельное слово, ставят ли в конце точку, ну, цек или вот это ще. Вот. И я увидел, что в разных источниках вообще по-разному. А мне это был даже один источник, в котором ничего не ставили. Типа нет знака в конце, ну, просто буква. Вот. Вот. И я вижу вот сейчас, например, у меня открыт мануал, и в мануале ставятся, вот, например, в словаре или в примерах, там, где отдельные слова ставятся, то просто точка. А здесь ставится, хотя это отдельное слово, ставится ще. Так, хорошо. Шамсел гитсик сар нам джорлок чене Джорло. цикджуп цикджуп рере тенга рер джендер чега А что такое ты? тенга. Значит, шамсел гитсик сар нам, циксар нам. Значит, ниже следующие новые слова. Джорлок чене, сделав их джорлок, то есть проговорив их по буквам. Цикджу прере, Каждое предложение. каждое предложение. Тень нга рер, джендо чегер. Повторить нужно 5 раз. Тенга. 5 раз. Да, хорошо. Ну, я думаю, что мы можем, например, 2 раза я, 2 раза дело. Это типа занятость, да, что-то такое. Керанги намила джелва чегьёрпе. Или это связь? Наверное, может, это связь Джела. Да, посмотрим. Ага. Ну, корень этот от родственников, типа неанджел, близкие. Значит, джелва чеги, А, джелва че. сомневаюсь. Типа может поддерживать связь или что-то такое. Have contact dealings relation with. То есть, да, типа поддерживать связь или, ну, общаться, наверное. Джева че. Керанги нан мила джева че гьоре йо пьепе. Ты поддерживаешь связь со своими родственниками, а со своей семьей. Хорошо. Дрелваче, делаешь связь, типа что-то такое. А, да, надо проджорлочить. Ао, парата та,
Не парата джа. Нет. Ао парата джа. Дженбу дже. Ла джео. Па джела. Цангса. О, Чангса. Свадьба, что ли? Чангса. Чанга, Чангса. Чангса. Лонг Нюма Ла Хунги Чангса Гьяпсон. Значит, Нюнма это что в прошлом? Ло в прошлом году он сыграл свадьбу. Женился. Да, или она вышла замуж. Или она, да, вышла замуж. Да, хорошо. Так, дальше. Джен. А, вот это вспоминать или скучать. Тара-та-тра. На-чен. Не на ми чен иду. Я скучаю по семье. Не на ми чен иду. Так, пар. Это постоянно, да? Ра-та-та-та, ка-так, пара-пар, так-пар. Не намила, так-пар, чел-ва, чегио. Я с семьей постоянно поддерживаю связь, связываюсь, общаюсь, не знаю. Хабар, ха, пара, хабар. Намила хабар тонгиебе. Намила хабар тонгиебе. Ты семье звонишь? О, Господи, как много. Сачен пусе ма сасем карататрала чел. Сен чел. Ну, что с умом связано? Знакомая такая штука чел. Сэм, я не уверен, что такое чел, но сэм чел – это волноваться. А, точно беспокоит. Да, вот у нас было в 8-м уроке. На чо-чо тан коги Чугу ты цула, сэм чел йо. Сэм чел йо. Значит, я дядя, не поняла, и его сын, и его Нет, сын, кто и выполнил, ну, сыновья. кто? А, у. Что вы говорите? Еще раз. Нет, кто выполняет действие? Я Так. у дяди и его сыновей Детей. и его детей. О, да, детей. Я дяде и его детям беспокоюсь. Я волнуюсь о дяде и его детях. Я думаю, да. Окей. Ну, судя по всему, это вот эта фиктивная конструкция со страницы 153. Тут Церин испугался лошади, то есть тоже Церин пала щебаре. И, скорее всего, на Чочо ла Сенджелье. Хорошо. Ну, та на щапкю му. Ла, ну, кстати, ну, это плакать. Похоже, кстати. Ну да. А уважительно шум. Класс. Керам ла, ну, мена, нала, капартума. Очень классно. Если у тебя не будет денег, позвони мне. Херанла нюмена нала хабартона. Класс. Правильно, да? А здесь почему-то не том, а том. Ну да, не повелительная, да? Не то, что. Ну, типа, да. Хорошо. Ну ладно. Тао-ка-а-ка. На-ла-нел.
Канил. Не знаю, что это такое канил. Канина какая-то. Ну, Херала. было у нас, конечно. Это что, сложность какая-то, не? Да, сложность? Или Ну, нет? проблема. Проблема. Нюкча, конечно. Вот нюк помню, а канил не очень. Значит, херала канил туге. У тебя проблемы? Намси. Као на ма нам као ша вша кикуши саши намши тенсам паюла намши канжаду. Как сейчас погодка на родине сегодня? Тэнгсан паюла намши кангжаду. Чампо. Прикольно. Ао ча ма ча па нарупо чампо. На цуй нами пе чампо йо. Значит, наша семья очень Чампу, я не знаю, что дружелюбная какая-то, или что. Да, что-то такое, да. Пекипо. Гюнчо кеча. Значит, распространенное выражение. Але ац дзюнма машер. Нерепе. Значит, але о ац. Действительно. Ай-яй-яй. Дзюнма машер. Не надо врать. Нерепе, что правда? А вот это дюнма, как переводится одно это слово? Ну, маше не говори. А Ну, дюнма это что, вранье? дзюнма, это типа, да, вранье. Ложь? Там у них дзюнма, Почему ма? як Почему дзюн? женское окончание? Честно. Ну, увы. Было бы, а то был бы дзюньба. Так, хорошо. Шамсел цигджуб нам джен дэ тэнга чене парила си гин цигджуб ги корим дигэр. Шамсел цигджуб нам, значит, ниже следующее предложение. Джен дэ тэнга чэне, повторив 5 раз. Джен дэ, ну да, вроде бы. Повторив 5 раз. Парила си, сигин. Сиджу ги корим джигэ. Короче, не совсем понял, что имеется в виду, но значит это... Значит, повторить 5 раз эти предложения и посмотрите, и глядя на Картинку, пари. картинку, предложение поставьте в правильном порядке. Курим джиг. Организуйте последовательно. Цама ранги момо ла капар томшин пей нам па. Значит, цама. Цама. Что это такое? Внучка О, внучка. или племянница? Ну, скорее внучка Не, мы проходили в Ранги этом, там было написано внучка. Момола, да, я помню. Ранги Момола своей бабушке Капар Томшимпей Нампа звонит. Здесь изображено как? Я думаю, да. Типа вид того, как внучка звонит своей бабушке. А вид это нампа?
Что такое Ну, НОП? что-то такое, да, я точно не помню, когда-то я смотрел, но оно там было какое-то, знаете, типа как судя предложение не меняет, а, как видно, именно указывает на то, что, типа, вот, как у них название, например, какой-то книги входит слова «шуксо», то есть здесь изложено, типа, здесь изложена сутра такая-то, то есть сутра под названием «здесь изложена сутра». Ну, и это, ну, я так предполагаю, что это типа в таком же духе слова. Типа, вот картинка, которая представляет внучку и бабушку. Хорошо, так, ну давайте с вас начинаем. Мамала де поимпе. Ага. Бабушка, как дела? Так. Депоин. Нацо. Нами цама деп. А, и. Нацо. Нами цама депоин. Значит, да. Вся наша семья в порядке. Пумаранги, Ченги, ой, Пумаранги, Мумо Ченги Дуге, дочка, типа твоя дочь, Я думаю, Пуму это как не дочка здесь, переживает а о типа бабушке. внучка, в смысле девочка. Ну, в смысле, малышка. Хорошо, твоя девочка переживает о бабушке. Я вообще думал, что ранги тут надо писать, типа, девочка, ты свою бабушку хоть вспоминаешь, если скучаешь? А, скучать. Вот. Но тут са, ну, типа, тоже, типа, девочка, ты по бабушке скучаешь? А ну, что здесь написано? Где тут заглавие? Керам, мола, Керам, Дженгиду. А, без подлежащего. Ну ладно. Хорошо, да. Ну ладно, как вариант. Мумо. Керам, Дженгиду. Да, очень скучаю, бабушка. Типа того. Ну, наверное, имелось в виду, что мы в середине предложений должны все поставить в правильном порядке, потому что так у них вроде порядок правильный, да? Типа, бабушка здорова, здорова, а у вас по бабушке хоть скучаешь? Конечно, очень скучаю. Так, хорошо. А там палочки нету? Где палочки? Какой палочки? После Момо. Вот там, где конец слова, вот Момо-ла палочка, Ин палочка. После Пуморанги палочки нету, то есть продолжение слова было. И тут Момо, ну, это предложение. А, Это не ну, так что? обращение, да? Или обращение? Обращение, но... Но оно не выделяется палочкой, тут обращение. Да, оно не выделяется здесь палочкой. Ну, шея вот этим. Да. Не выделяется. И мы увидим, где конец предложения. Ченгиду. А здесь дуге. А здесь ин-ин. А здесь мола ин-пе. Ну да. Подсказочки. Ну, вначале мола они выделили обращение, да? Палочка, шея. Ну ладно. Непонятно, раз Да. выделяют, просто выделяют. Так. Ну хорошо, здесь нужно поговорить о том, что на картинках у нас уже время закончилось. Ну хорошо, получилось. Продуктивно. Да.
Да, интересно, хоть освежились, типа, ну, переключились на другой учебник. Хорошо. Ну, пока мне это время вроде подходит. Хотя, конечно, много уроков. Ну, короче, мне лучше чуть раньше, в 9, чем 9:30, потому что я уже Конечно. задаваю вообще. Хорошо. Хорошо, закрываем. Спасибо. Сейчас я остановлю.